Степанчик, Степанчик, Степанюшечка мой, кусал он вкусное яйцо, на. О, боже мой, как же руки трусятся, а ноги еще больше трусятся. О, ням-нам-нам, ам-нам-нам-нам. Нос даже не знаю, что закусать первым. Столько сердешек, столько яичек, а яички домашние. Блин, как это экономит средства, а? Я в шоке, конечно. Это им надо, это им вкусно, это для них полезно. Это здорово. Че шипишь? Вот. Но покупать куриные, ну, домашние яйца и перепелины, это, конечно, сверх для нас. Тем более их становится больше и больше. Вот. Так, да что происходит там? Ай, зайка, не ходи ко мне, а, пожалуйста, я тебя прошу. Возьми яичко. Так, Бадюша где-то гуляет. Илюхан, спускайся, Илюша вон наверху сидит. О, блин, вот зайка стерва такая. А просто кипиш начался, я начала заходить сюда, и они это, в панике такие начали бегать, скорее жрать давай, мол. И все, и зайками. Так, да что происходит такое? Почему перебиваем меня? Бессовестные. Сейчас я приду, палки вам дам всем. Блин, яму выкопали, я в нее провалилась. Че, матери, подкоп тут делаете? Вы там фиг уже выберетесь. Фух. Надо дух перевести. Можно сейчас присядь? Ну, сейчас. Я сейчас иду. Сейчас. И Багира получит палки, и Аза. Насадка. Ты не елась, насадка моя. Насадка. Илюхан, ты останешься голодным, стоит там царечек. Ну все, все, ага. А там он это, манго сушеная, это, хурма и дыня сушеная. Но это нам не интересно сказать. Зачем нам это надо, пока есть мясо? Да, мои сладкие. Вот. Ну, как я сегодня днем рассказывала в других видео, что к нам сейчас приедут еще малыши и один подросток, молодой енот с Москвы. И все. И на этом все. Вольер, который рассчитывали строить, как раз будет под них по всех. Эти там будут. Подросток. Посмотрим, с кем его подружим. Подружится ли он с кем-то. Да, Лаки? Угу. Стич, гони зайку, правильно. Ой. Если он сейчас на меня бросится, то я уже не убегу. Уселась такая довольная. Сижу тут, рассказываю. Вот, и все. Больше мы никого принимать не можем. В силу обстоятельств. В силу обстоятельств. Деньги и место. Больше даже места. А, пошел, пошел зайка с палочкой туда. Фух, слава богу, ушел. Вот это трэш, блин. Мамку в тонусе держит, да, Стичек? Ой, Стичунечка. Мой Степан, мой Степан. Мальчик мой, красотун мой. Да, мой красотун ты. Ты мой красавчик, Степочка. Ты мой красотун, да не бойся. Я не буду лезть, я ж не настаиваю вас нянчить. Чигане мои блескучие, мои чигане, чигане. Вот это Леха блескучий, Тихоненыш блескучий. Леха, на яйца, когда поем? На яичницу, когда поем? Ой, Степка весь в яйцах. Куся, куся, сладкий мой. Ой, вкусно ему было. Да малыш мой. Так мама любит, когда вы вкусности кусаете. Вот сегодня, пожалуйста, на 1000 рублей... Сердечек только. Это покушать им, поужинать. Но это как лакомство. Вот. А так сухой корм и все. Многие вот пишут за енотов, за своих там. Ой, енот заболел, еще что-то там. Я говорю, а чем кормите? Ну, в основном сухой корм. Вот. Все забывают. Это, конечно, удобно, да, сухой корм. И наши раз в день кушают сухой корм. Но обязательно раз в день у нас фрукты. Каши, мясо, там яйца, вон, сушеные фрукты, что есть, орехи, там йогурты, творожки. Это обязательно нужно в рационе енота. Это не собака. Он не только мясо ест, и вот эти всякие крупы. Это ж козий енот, да, Степан? Это енотик. Поэтому не надо, скажи, надо заводить. Да. То сейчас столько объявлений... Уже о продаже малышей и прочего. Кошмар. Выдают их за ручных, домашних. Он тусю тоже можно за домашнюю выдать. По 20 тысяч продают. Бред собачий. Она сейчас подрастет, начнет кусаться, так он как зайка.
что мама не горюй. Конечно, как зайка она не будет, зайки психику поломали, хозяева бывшие. Вот. Ну, такая, как Боня, может быть. Сегодня люблю, завтра не люблю вас всех. Всех укусу. Тихон, ты самый гладючий. Гладючий самый. Все, мы холосим. Здесь все ты хрюкаешь. Лягушонок мой. Мои зайки, солнышки мамины, почесушечки. Так, Стичун, кто пошел мне ногу ковырять? Стичка, ты маме вечно маникюр хочешь сделать, педикюр. Педикюр, маникюр хочешь маме сделать. Стич тоже линять начал. Начал линять мой Стичушечка. Стиченька. Все, Илюха, ты все пропустил вкусное. Да, Стич, не надо кусаться. Стич, Стич, не надо кусаться. Кусаться не надо. Не надо кусаться. Сейчас тебя Леха поругает. Да, Леха поругает. Тихон, ты все равно самый черный. Эти какие-то еще светлые. А ты черный, черномазов главный, братан. Ой, ладно, уже темнеет. Пойду бабусечку еще накормлю. Да, да. Ой, Бадюша идет. Ай, комарики. Бади. Бади огромный енот. Вот Стич рядом с Бади стоит, посмотрите. Бади отказник у нас. Его бросили, когда он еще был подростком, ну, полугодичным. Дружит только с котом. А мы ребенку покупали. Игрушечку. Квартира у нас съемная. А хозяин узнал, сказал, сваливайте отсюда все. Поэтому мы Бади выкинем на мусорку. Вот. А Стичек у нас лысый был. Лысый в лагере смена тут был, ходил, сказал, большая крыса ходит тут. Напечатали его в местных пабликах, что большая крыса. Так он и не вырос, мелкий остался. Мелкий-мелкий. Ну, любимый зато, да. Мой любименький Стичун. Ты мой холосок. Холосок ты мой. Да. Каша запахла. Ой-вай-вай-вай, зайка идет. Зайка идет, капец. Я сваливаю. Да? Степка. Ну, демон, блин, а? Террорист. Фу, блин, как он не вцепился еще в меня. Пронесло мамку. Да-да-да, зай, я сваливаю. Лаки, ты выходишь, не? Тут остаешься. Илюха, ну тебе не повредит не поесть. Да, спустишься, он сушеного манго поешь. Зайка. Не волнуйся, я уже ухожу. Пошел туда. Мне воды туда надо идти наливать. Илюх, ну я не буду тебя спускать, мой котенок. Давай сам по лестнице. Растряси жирок. Угу.